Всем привет! С вами Галина. Сегодня хочу показать вам свои метельчатые гортензии. Они занесены для раннего черенкования были. Уже выдали хорошие побеги зеленые. И теперь я их буду черенковать зеленым черенкованием. Черенкование почкой я попробовала. Для меня это не подходит, потому что времени нет. Заглядывать эту каждую почечку, поднимать, шевелить, разглядывать. Для меня такой вариант лучше. В прошлом году я его уже испробовала. Приходила метельчатая гортензия в феврале. Охлажденная, также была взята сразу в теплицу. И черенковала я с нее. Укоренение было отличным. Этот же вариант я хочу и в этом году попробовать, чтобы всем моим заказчикам хватило черенка. Черенка уже масса наросла. Сортов у меня уже больше 20. И Самарская Лидия есть, Skyfall, Polar Beer, Limelight, Fries Мельба, Wim's Red, Ванила Fries, Little Spooky. Это только навскидку, которую вспомнила. И другие еще есть. Еще несколько сортов приобрела. Укорененные черенки осенью кассетной рассадой. Эти сорта тоже сейчас начали просыпаться. Сейчас я их буду рассаживать по девяточкам, по пол-литровым квадратикам. И тоже пойдут они на черенкование. Полистар здесь у меня вспомнила. Мне вот очень хотелось. Очень мне понравился. Ну, кому интересно, можно мне на WhatsApp писать. Список сортов сброшу, которые будут в наличии укорененными. Так что вот они, красавицы. Уже зелененькие. Ждут меня. Никак я к ним не доберусь. Все, у меня еще петунии калибрахоа не закончены. Всем хорошего дня. Всем всего доброго. Пока-пока.